третий день с этим конем маемся, а натура, между прочим, уходит. Держите коня! Не сильно ушиблась, Гуля? Ну, не хочет этот конь брать высоту. Не могу я с ним сладить. Ну, не можешь, давай прекратим репетиции. Вызовем дублершу из цирка. Дублерша возьмет этот барьер в два счета. Ну, вот еще, я сама. Сама тогда не раскисай. Героиню все-таки играешь. Приготовились? Оп! О, який добрый, який гарный кинь. И какой он не добрый, он хулиган. Но, пошел! Артистка! А сама в седле сидеть не может. Ну чего ты ждешь, беды? Мотор. Молодец, Гуля! Ура! Вы взяли высоту! И погода испортилась, совсем солнца нет. Опять съемку отменят. Ну ничего, Гуленька, не расстраивайся. Зато ты свободный, наконец-то идешь в школу. Как-то не расстраиваюсь, вся кинофабрика спереживалась из-за непогоды. Не хочу в новую школу, хочу домой, в свою школу, в Москву. Мама, когда мы поедем в Москву? Поговорим об этом вечером после работы. Нет, сейчас. Ты только скажи, когда? Видишь ли, Гуля, ты большая умная девочка, ты все поймешь. Ну, когда взрослые говорят, ты большая, так жди неприятностей, давай уж сразу. Хорошо. Мы теперь будем жить здесь, в Киеве. Всегда? Во всяком случае, долго. Ты знаешь, что я связана с кинофабрикой. Да и ты здесь снимаешься, так что придется привыкать к новой школе. А папа? А папа пока останется в Москве, у него тоже своя работа. Ну, будь умницей. Думаешь, мне не грустно? Еще как. Ты не расстраивайся. Я постараюсь привыкнуть. Человеку привязались. А ты еще откуда взялась? Из Москвы. Ах, неужели, в самом деле? В самом деле. Воображала, сразу видно. Я сяду здесь, ладно? Вот еще. Я сроду с девчонками не сидел. Доброе утро. Садитесь. Новенькая, как твоя фамилия? Королева Гуля. Мы занимаемся уже 3 недели, Королева Гуля. А почему ты опоздала к началу учебного года? Потому что была хорошая погода, светило солнце. Вот как. Значит, ты посещаешь школу только в плохую погоду. Да так уж получается.
Она в солнечную погоду не ходит, растаять боится. Снегурочка объявилась. Тише. Продолжаем, мы тебя слушаем. Можно я все после объясню? Ну, хорошо, после. А пока садись вот сюда, с Маем. Ну, в чем дело, Королева? А он сроду с девчонками не сидел. Серьезное возражение. Просто не знаю, как быть. Я уж лучше с этой девочкой сяду. Хорошо. Но учти, Королева, тебе придется много заниматься, чтобы догнать класс. И в любую погоду. Глянь, Майка идет. Майку за керосином послали. Ну и пес. Как его зовут? Абрек. Он жутко умный. Майка готовит его в подарок пограничникам. Он у нас юнат. У нас в Москве тоже был юнатский кружок. Так, тощ! Сильнее, сильнее, сильнее! Уля, быстро! Так, так, так! Молодец! Смелее, смелее, Гуля! Гуля, не забывай об опасности. Где-то рядом бродит враг, тебе страшно, но ты спешишь на помощь людям, преодолевая страх. Помни, от тебя зависит судьба людей. И этой сцены, кстати, тоже. Ну, приготовились к съемке. Тише, тише, Гуля, тише, тише! Ну вот, ушел конь! С полной отдачей работает. Девчонка нас переиграет. Хорошо, хорошо, Гуля, молодец. Эй, Гуля, быстрее. Умница, молодец. Опоздал, кулак. Так, пошел чекист. Пошел чекист. Стоп. Ну-ка, было? Солнце зашло. О. Еще один дубль. Внимание. Мотор. 94, дубль 2. Есть. Что она мне нашла? Рыжая отстала, и Надежда все смеется. Да. Никогда не давай себя в обиду. На, возьми. Это белый клык Джека Лондона. Зачитаешься. Рыжая это за ум взялась, книжки читает. Ну и читает, а что здесь смешного? Какие-то у вас мальчишки глупые и злые. Буза, не школа, пешком бы в Москву ушла. Ну и катись себе в Москву, а мы тебе дорожку укажем. И на дорожку дадим. Ах, драться! Прекрати! На! Прекрати, ты же сейчас же! Ах, так! Перестань! Перестань драться, клюква! Если хочешь знать, она артистка! Артистка, Любовь Орлова. Честная пионерская. Она в кино снимается, дочь партизана. Она там и на коне скачет, и с кулаком воюет. Я же сама видала. Правда? А на каком коне ты там скачешь? И откуда он у тебя взялся? Конь не мой, конь красноармейский. На красноармейском коне надо ездить уметь. А я сначала не умела, а потом выучилась. Немножко. Немножко? Ты же барьеры верхом брала. Ничего себе, немножко. Приходилось. Ну, если ты артистка, то покажи нам, как кино снимают. Попробую. Тишина в павильоне! Приготовились к съемке. Дым. Быстрее. Быстрее, 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 Володя. Мотор. 209, дубль 1. Есть. Начали. Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний. Стоп. Не то. Ты кричишь, а нужно убеждать. Еще раз. Героями не рождаются. Героями становятся в час испытаний. Никуда не годится. Гуля, ну в чем дело? Ты позволяешь себе быть рассеянной. Приготовились. Начали?
Героями не рождаются. Героями становятся в час испытаний. Стоп! Опять не то. Ну, пойми, ты как бы призываешь своих сверстников, будьте готовы к испытаниям. Учитесь мужеству, стойкости, бесстрашию. А этому можно научиться? Необходимо. Время такое. Чем ты занимаешься, Гуля? Просто так. Думаю. Полезно иногда просто подумать. Я хотела тебя давно спросить. Ты собираешься всерьез заняться учебой? Съемки книги, это, конечно, хорошо, а вот уроки когда? У тебя будут неприятности в школе, так и знай. Мам, ты обо мне беспокоишься, как будто я маленькая. Ты что, мне не доверяешь? Почему же? Я просто хотела тебя предупредить. Я все успею. А королева опять не пришла. Срывщица! Погода, видите, не подходит. То и нужно солнце, то дождь. Ну что тут смешного? Киношники как пилоты. Всегда погоду ждут. А королева не срывщица, а наоборот ударница. Они сейчас на кинофабрике по две смены снимают. Картину заканчивают. Вот Гулька и пропускает уроки. Опять Гуля отстанет от класса. Все-таки не очень напряженная жизнь. Работает и учится, как взрослая. Одну сеточку сними. Вот тебе шторки закрой. Чуть-чуть сверху. Сверху. Вот так. А где все наши? О, разбрелись по другим картинам. Так всегда. А вот режиссер стоит. Беги-беги, попрощайся с ним. Он сейчас уезжает. Так, теперь потолочек пригаси. Отлично. Ну и кого ждем? Можно снимать? Ну, вот и закончилась наша работа. Везем картину в Москву. Неужели это наша картина? Так долго снимали. Весь фильм поместился в эти коробки. Ты это хотела сказать? Ты была молодцом, Гуля. И Василинка у тебя получилась. Знаете, роль была интересная. Ну? Покажите эту картину папе в Москве. Уж если я его не увижу, пускай хоть он на меня посмотрит. Ладно? Ладно.
Даже дух захватывает от такой красоты. Ну уж, елка вообще легкомыслие. Главное, каникулы. А меня сегодня на новую роль утвердили в картине «Я люблю». Про любовь. А вот и нет, про баррикады. Ну да, и кого играть будешь? Варьку, внучку старого шахтера. Очень ответственная роль. Там, представляешь, с тачкой гибнут шахтеры. А Варька что делает? А Варька вместе со взрослыми сражается. Каких ты боевых девчонок играешь? Ты знаешь, я когда-нибудь такую роль сыграю. Гремела атака, и пули звенели, и грозно строчил пулемет. И девушка наша проходит в шинели. Девушка в шинели? Угу. События в Испании. Республиканским частям удалось остановить наступление противника на Арагонском фронте. Освобожден город Терель. Идут упорные бои в районе Бильбао. Войска генерала Франко продолжают осаду Мадрида. Сегодня в воздушных боях было сбито 9 юнкерсов. Республиканцы полны решимости отстоять Мадрид. Фашисты не пройдут. Но пасаран гордо звучит в Мадриде сегодня. Сейчас я скажу тебе одну вещь. Только это военная тайна. Дай слово молчать. Честная пионерская под салютом. Мой отец там. В Испании. Уже целый год. Он летчик, комбриг. Твой отец сражается? Счастливый ты, Майка. Не переживай. Мы сейчас сами слышали. Республиканцы полны решимости. Но пасаран. Твой отец им поможет и вернется. Когда отец уезжал, он сказал: Май, мир разделился на два лагеря. Нам еще долго с фашистами воевать придется. Может, даже не один год. В мире такие дела творятся. А ты здесь сиди, уравнение решай, как дурочка. Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний. Руки вверх!
девчонка из нашего класса. Так, ну, может быть, ты назовешь нам важнейшие реки Сибири и покажешь их истоки? К сожалению, ты отстала по всем предметам, Гуля. Скоро экзамены, я просто не знаю, что с тобой делать. Передай маме, чтобы она пришла в школу. Подумаем вместе, как тебе помочь. Я передам. Что ж ты не сказала, что у тебя вчера были съемки? Смотрите, это же Гуля Королева. Какая она счастливая. Бабушка, смотри, это Василинка из кино. И кино тут ни при чем. Просто у тебя нет характера. Как это нету? Вот так нет. Столько людей на свете учатся и работают, и все прекрасно получается. А ты ничего не успеваешь. Разбрасываешься, времени не знаешь. А я тебя предупреждала, помнишь? Ты мне уверяла, что все успеешь. Значит, ты не отвечаешь за свои слова. Что ж, ничего не поделаешь, придется тебе помочь. Как помочь? Ну так, нанять репетитора, пусть он тебя подтянет. Ну уж нет. Этого я не допущу. Опять словами бросаешься. Огорчаешь ты меня, Гуля. Мам, ну не огорчайся. Я постараюсь, мам. Вернулся. Да совсем не знаю. А про Испанию что-нибудь рассказывал? Чуть-чуть. Пошли. Гуля, Гуля, иди к нам. Иди к нам. Здравствуйте. Это значит, и есть артистка? И самая храбрая девочка в школе? Садись. В лес поедем. На автомобиле. Погуляем, у костра посидим. Спасибо, я не поеду. Гулька, что ты? Ведь на автомобиле покатим. Нет, мне еще догонять и догонять класс. Знаете, у меня сейчас самое сражение. Может, подкрепление требуется? А я задачки решать умею.
по геометрии, по арифметике. В том-то и дело, что я должна все сама. Ну, тебе видней. Королева. Садись готовиться, Королева. А мне не надо готовиться, я все знаю. Ну как? Отлично. Я замечательно отвечала. Опять хвастаешься, Королева. Но это же правда. Подумать только, мы перешли в 7 класс. Тут и думать нечего, это ж факт. А знаете, я не просто перешла. Я как будто взяла барьер, высоту. Ишь ты, и часто тебе приходится брать высоту? Второй раз в жизни. Вечер какой чудесный, Гуленька. А ты дома сидишь. Тебе что, не здоровится? Мам, а письма от зрителей все еще идут. Даже удивительно. Дорогая, уважаемая артистка Гуля. Пишет вам красноармейцы дальневосточные. Мы интересуемся, в каком фильме вы сейчас снимаетесь и какие у вас творческие замыслы. А что мне им отвечать? Напиши, как есть. Напиши, что в кино ты уже не снимаешься.
и что никаких творческих замыслов у меня нету. Мам, я не знаю, что делать. Понимаешь, у каждого человека есть что-то свое. Майя клюква летает, у них есть аэроклуб, а у меня? В кино я давно не снимаюсь. Я потерялась, понимаешь, будто я никто. Что ты такое говоришь, Гуленька? Ты школу заканчиваешь. Разве это не дело? Значит, так просто и жить, да? Ходить в школу, в бассейн, книжки читать до одури. У меня сил хоть отбавляй, куда их девать? Торопишься ты, Гуленька. Будто боишься что-то не успеть. А у тебя впереди целая жизнь. Маневренная машина. На ней летают наши лучшие курсанты. Между прочим, этот парень нашу школу кончил. Бочка. Эмельман. Штопор. И вы так умеете? А чего особенного? Все фигуры высшего пилотажа выполняем. Ну, почти все. Что, взяла еще один барьер? Пока нет. Случая не было. Она еще только собирается. Ищет барьер повыше. Вы чего молчите-то? Да нет. Мы разговариваем. Тихо, девочки, построились. Успокойтесь, успокойтесь. Ну? Продолжим спады. Все спады да спады. Когда с вышки будем прыгать? С 8 метров. Вечно эта гулька выставляется. С 8 метров ей обязательно нужно. Не спеши, Гуля. И птицы не сразу научились летать. А мне надо сразу. А я тебя жду. Зачем? Попрощаться, завтра уезжаю. Но мы же почти не знаем друг друга. Вот это меня больше всего ужасает. А как ты меня нашел? Ну, совсем не трудно узнать, на какой улице живет знаменитая киноактриса. Все-таки я не понимаю, зачем ты явился. Я хотел увидеть тебя. Перед отъездом? И что в этом плохого? Ничего. А куда ты уезжаешь? В пустыню. В Среднюю Азию, на практику. Я ведь учусь в гидромелиоративном институте. А что ты будешь делать потом, после института?
искать воду в пустыне. Знаешь, в Мерве воду дают по талонам. Представляешь, жизнь по талонам. Хорошо тебе. Знаешь, что будешь делать в жизни. А ты разве нет? Поступишь в театральное? Еще не решила. А вдруг у меня таланта нет? Я ведь уже целый год не снимаюсь. Почему? Говорят, выросла, непосредственность пропала, а мастерства актерского нет. В общем, не приглашают меня. Жалеешь? Очень. Это была настоящая работа. Все-таки я еще не решила. Я хочу быть актрисой. Хочу летать. Хочу ездить и бродить по всей стране. У меня тысячи желаний. В запасе всего только одна жизнь. Ну, пока. А где ты будешь находиться? Есть такая точка на карте? Есть. Старинный город, Мерв. Это у самой иранской границы. Ты чего? Ничего. Ты просто рад, что ты оказалась такой, какой я тебя придумал. Мы обязаны выставить на соревнование команду, а у нас только две серьезных кандидатуры. Команду-то некому защищать. Ну хорошо, некому. Ну а я-то что могу сделать? Ну вот, здравствуйте. Ты же являешься тренером женской группы. Неужели у тебя ни одной серьезной девчонки нет? Нет. Я тебя спрашиваю. Может, и есть, да только начинающие. Я не берусь ни одну из них подготовить к соревнованию. А ты возьмись. Я тебе как старший тренер советую. Как будто это так просто. Олеся? Я за команду выступлю. Анны Карениной, протест против светского общества. Чушь какая. Она погибла от любви. Вот так ляпнешь на экзамене, конец тебе. Все равно от любви. Если хочешь знать, от любви вообще не умирают. Может, и были случаи в старорежимное время, а сейчас так не бывает. А любовь с первого взгляда бывает? Вполне. Ну, что ты там нашла? Старинный город Мерв. У самой границы с Ираном. Как это далеко от Киева.
называется Королева. Водник Киев. Полтора сальта вперед. Что за веселье? Вы знаете сейчас сколько время? А мы школу кончили. А, ну тогда ладно. Тогда поздравляю. Все. Теперь я сам себе завуч. Сам себе классный руководитель. А все-таки грустно. Расстаемся. Еще чего? Навеки, что ли? Ну, это как сказать? Как судьба сложится? Очень просто сложится. Как в сказке. Будем жить долго и счастливо. Правда, Королева? Скажи. О, весна без конца и без края. Без конца и без края мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю. И приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача. И удача тебе мой привет. В заколдованной области плача, в тайне смеха позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесях темных окна, чтоб мои воспаленные взоры раздражала, пьянила весна. Ну, ты еще раз всем доказала, что тебе нужно поступать только в театральный. А насчет неудач ты загнула, Королева. Неудач ты определенно не принимаешь. Это не я, Блок.
Я такая счастливая, что со мной в жизни ничего не случится. Никакой беды. Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Мальчишки, и вы здесь. А где ж нам быть, интересно? Нас, наверное, авиацию возьмут. Как-никак, мы в аэроклубе занимались. Так что пиши письма, Королёва. Сережа! Когда? Эшелон выправляется сегодня. Ночью. Вы с повестками? Да какие там повестки? Повестки будешь ждать, война кончится. Ребят, а вы с повестками? Надо торопиться. Мы должны успеть до новой тревоги. Подумай только. Я ухожу из своего города ночью. И не ухожу, а убегаю. Словно предаю. Силой темною, когда
мам, смотри, ежик улыбается. Он очень веселый человек. Знаешь, по-моему, он все понимает. Голенька, ты на дежурство не опоздаешь? Пойдем. Мне так трудно от него оторваться. Я даже не понимаю, как это я жила без него раньше. Ежик. Неужели все это было? Сегодня жуткое дежурство было. Ночью приняли партию тяжелораненых. Есть такие, что только удивляться приходится, как их довезли. А откуда? Все больше из-под Москвы. Сестричка, какая нынче сводка? Существенных изменений не произошло, товарищ капитан. Ясно. Как самочувствие? Изумительное. А я вам замечательное лекарство сегодня принесла, новое. Хвальбушка-то королева. Клюква, миленький. Ну как же это? Где ты был ранен? Под Москвой. Точнее, под Вязьмой. Вот где увиделись, а? Фантастика. Мы с моим отец все время вспоминали. Мы в одном полку летали. В штурмовом. А Май? Тогда живой был. Май был моим ведомым. Меня дуриком сбили. Но мы им тоже дали. Одного мессера я сбил, это точно. Другому Майка дал прикурить. Он задымился, я видел. Успокойся. Думаешь, я отвоевался? Я еще вернусь в полк. Конечно. Конечно, вернешься. Вы знали лейтенанта до войны, Королева? Да. Может быть, вам известен адрес его родных? Нам надо послать извещение о гибели. А в документах есть только киевский адрес. Видимо, старый. А другого нет. Его мать не успела выехать из Киева. Некуда извещение посылать.
чаек выдали. Теперь есть немножко риса для ежика. Что такое? Ежик заболел? Нет, ежик здоров. Может, я пойду, а? Сережа. Гуленька, Гуленька, это вот Сережные товарищи написали. Может, это ошибка? Надо проверить. Здесь оказалось. А вы-то как? На санитарную прилетели? Да я собираюсь снимать фильм, понимаешь? В этом городе? Да. А почему вы не на фронте? Да я уже отвоевался. Обычная история ополчения, ранения, госпиталя.
Ну, ты хоть иногда вспоминаешь, как мы снимали «Дочь партизана»? Киев, наш успех. Я уж не знаю, было ли это на самом деле. Верно. Как будто все это осталось в какой-то другой жизни. А ты совсем взрослый. Мне говорили, ты замужем? Я уже вдова. Господи, девочка. Прости. Значит, ты теперь в госпитале служишь? Слушай, Гуля, я ищу актрису. Хочешь сниматься у меня в картине? Хорошая роль. Давай попробуем, а? Не получится. Да я убежден, что ты подойдешь. Спасибо вам. Только я для себя уже все решила. Я знаю, мама, ты сохранишь ежика. Это все, что у меня осталось. И пойми, я не могу иначе. Не бойся, мам, я постараюсь. Кажись, приехали. Аська, очнись! Оставляю раненых на тебя. А ты? Что пишут, Ася? Пишут, живут нормально. Сестренку счетоводом в колхоз взяли. Мама была на лесозаготовке, теперь опять в колхозе. Братишка в 5-й класс ходит. Он, между прочим, завидует, что я на фронте. А мне бы про этот фронт лучше бы в книжках прочитать.
или бы в кино поглядеть. А мне мамка пишет: Лидка, будь на войне поаккуратней. Поаккуратней. Она у меня строгая. Даже на танцы меня не пускала. Обижалась я на нее. А теперь хоть бы одним глазком на нее посмотреть. Скоро наступление. Боязно-то как девочки. Да будет тебе, Ася. Тебе хорошо. Ты отчаянная. У тебя нервов нет. Есть. Только я держаться умею. Потом я старше вас обеих. Мне уже скоро 20 лет. Ты еще молодая, необстрелянная. Ох, сержантки, об чем разговор-то? На войне всем страшно. Тут стреляют. А ведь когда-нибудь про нас, про тех, кто воевал, скажут, они были бесстрашные, строгие, с остальным блеском в глазах. И с твердым, решительным шагом. Точно. Уж писатели найдут, что им написать. Чайком угостите. Конечно, товарищ капитан, заходите, чай у нас горячий. Шучу. Сержант Королева. Поздравляю. С чем? С правительственной наградой. С орденом Красного Знамени. Ух ты! Честное слово? Правду говорю. Из штаба звонили. Гулька, поздравляю! Мне бы теперь только наступления дождаться. Считай, что дождались. Приказ получили. От этого наступления, товарищи, зависит судьба не только Сталинграда и Волги, но и судьба всей России. Нам-то с вами предстоит выполнять только часть той огромной задачи, которая стоит перед нашими войсками, сосредоточенными между Доном и Волгой. Нам предстоит взять один из опорных пунктов противника, высоту 56-8.